Пуск. Пуск. Добрый вечер, дорогие друзья. Значит, с вами в эфире сейчас Павел Тарасов и Ольга Рокаль. Добрый вечер, дорогие друзья. Чуть позже к нам присоединится Александр Чекуров. Мы верим в это. Вот. Значит, о чем мы хотим с вами сегодня поговорить? У нас подошли первые... Мы получили первые результаты, посмотрели ваши первые видео, посмотрели ваши доски. Вот. Есть ряд комментариев, которые мы хотели бы дать. Вот. Может быть, как-то исправить свои, не знаю, не ошибки, да, какие-то недочеты. Стало понятно, где, ну, где у вас, возможно, вопросы, где мы, наверное, вам не додали информации или как-то некорректно объяснили. Да, в общем, ну, по вот тону нашего начала можно, наверное, понять, что с результатами есть, в общем, есть что обсуждать. Ну, команд у нас зарегистрировалось, насколько я понимаю, 74. Вот, видео мы увидели 36. Вот. А с досками, ну, почти все сделали. Ну, давайте вот первый фидбэк. Наверное, по формальным таким вещам, как доски, не все команды еще их создали. Вот, не все команды пока что... Есть команды, которые не создали доски, но их мало. Их буквально 4 штуки. А вот. Есть, кто создал доски, но там нет никакой информации, нет выполненных заданий. Да, а дело так... в том, что они не настолько информативны, как ваши видео. Потому что в большей степени мы, конечно, делаем выводы, именно опираясь пока что на ваши доски. Ну, где-то, да, где-то треть ребят шаблоны закачивает, но... Может, четверть. Вот. Шаблон закачивает, но не, ничего с ними не делает. Они просто лежат на доске, то есть отрабатывают нормальные кураторы, но команда никакой деятельности не ведет на доске. Может быть, где-то в других местах она есть. К сожалению, в Google Доках это сложнее мониторить. Вот. Потому что на доске сразу все видно, есть что-то или нет. А в папке надо влазить, и у нас чисто физически... Да, Google Доки — это ваши внутренние командные рабочие материалы. Мы их не просматриваем, но просто потому, что, да, Паша сказал, нам это максимально неудобно. То есть очень много команд, 74 команды. Открыть 74 файла для нас, ну, нереально. Чтобы, ну, даже 74 папки, а в них еще миллион файлов. Просто это, ну, порядка, в общем, 400 документов. Ну, это слишком. Вот. Тем не менее, хочется отметить, что есть команды, которые работают на досках, и некоторые работают на них прямо прекрасно. Вот. И в целом, смотрите, подход к доске такой. Она, с одной стороны, конечно, ваш отчетный материал, но, с другой стороны, это место, где происходит рождение замыслов, идей, где они очень быстро фиксируются, где они обсуждаются, и не надо бояться вот такого рода деятельность на доске вести. Она, в общем-то, имеет бесконечное пространство, да, и всегда есть место, где сложить, провести там брейншторм, там поклеить стикеров с набросками каких-то идей, есть место, где набросать картинки, есть место, где закинуть схему, видео с YouTube и так далее. В общем, призываем вас этим пользоваться, этим функционалом. Он очень сильно раскрепощает взаимодействие в сети, убирает какие-то, ну, ограничения, связанные с текстовыми документами, когда вы, грубо говоря, текстовый документ — это одномерное пространство, вот, табличный формат — это двухмерное, а, собственно, доска, ну, она такая, 2,5D. Вот, то есть вы можете очень много там всего делать. Вот, ну, смотрите, какие есть общие замечания, да. Что мы констатировали... Во-первых, очень многие ребята не написали эссе «Один день из жизни горожанина». Вот.
И это нас очень расстроило, потому что в нашем-то понимании это на самом деле одна из отправных точек, с которой вообще стоит начинать размышление, ну, в нашей вот картине мира, да, вот в нашем понимании методологии мышления. Потому что когда вы начинаете работать от каких-то выводов, да, то ваша энергия мечты, она не включается. Вот. А когда вы начинаете с описания идеального дня в идеальном городе вашей мечты, после этого из этого очень легко вынимаются аналитическим методом различные другие составляющие конструктора вашего города. Сейчас опираетесь все очень сильно на какие-то ваши стереотипы, и причем ваши стереотипы, ну, вашей повседневности вот здесь и сейчас. Это действительно не преобразуется в какую-то, то есть, создать мед мечты. И для нас очень важно, чтобы эта работа была, то есть, антропоцентричной, человекоцентричной. То есть то, что мы делаем, мы всегда двигаемся от человека. Персонаж, этот герой, он для нас главный. И все выстраивается, вся концепция вокруг него, вокруг его удобства, вокруг как он живет, как он, не знаю, голосует, как он существует вот в этом придумываемом вами мире. О, гуманизм, экология, да. Ох. Чего, Паш, наследует дальше? Ты добавишь? Я добавлю, да. Вот просто приведу в пример эссе команды «Город Т». Смотрите, вот что мы увидели, да, какое распределение. Неожиданно для нас, неожиданно. Вот, что из тех ребят, которые написали эссе, примерно половина описали сегодняшний день, и назвать это днем, идеальным днем в городе мечты, ну, наверное, сложновато, да. И, в общем, это для нас странно, потому что, в общем-то, задача этой школы и наш вот такой посыл — это к тому, что, друзья, давайте смелее мечтать, смелее говорить о том, как вы хотите видеть мир. Вас никто не ограничивает пока что, да, вот. И, в общем, это прекрасная возможность вот так вот помечтать. Когда вы говорите, что через 50 лет человек будет, не знаю, там, просыпаться по будильнику, там, проводить большую часть дня на работе и там только выходные с семьей. Ну, смотрите, если вам это нравится, то вопросов нет вообще, да? Паша, а можно тут я добавлю, потому что это очень важный момент, потому что когда вы пишете такие вещи, вы должны понимать, что, ну, через 50 лет есть большая вероятность, что структура труда изменится. Когда мы с вами говорили даже о трендах, мы с вами не говорили про мегатренды, тем не менее, все мы сейчас говорим, что, скорее всего, там дискуссия про то, что рабочая неделя должна быть четырехдневной. А вот, может быть, у всех появится там обязательно, там, как в Финляндии уже есть опыты, когда у всех есть какая-то фиксированная, какая-то выплачивается сумма, и чтобы для того, чтобы все мы понимали, что сам человек работает уже не ради зарабатывания деньги, а ради самореализации. Поймите, 50 лет даже... 50 лет назад, там, это была молодость, там, условно говоря, наших родителей, ваших бабушек и дедушек, их какая-то, да, рутинная повседневность, она была все равно чуть-чуть другой. Да, был холодильник, но холодильник был другой модели, сейчас холодильник вы управляете с мобильного телефона ими. Ну, то есть у вас там есть Wi-Fi встроенный, который там замораживание вашего продукта программирует. Пожалуйста, это на самом деле такие вещи, которые немножко важны. Немножко важно, как я сказала. Подумайте об этом. Подумайте об этом, как люди стали добираться до работы. Что это до работы? Ну, будильник, наверное, на вашу встречу там важно не опоздать, но когда мы говорим, что мы вроде бы выходим из постиндустриального общества в креативную, в другую экономику, помните об этом, что жизнь, скорее всего, меняется. С другой стороны, конечно, вы можете описывать такое общество, где встают по звонку. Хотели бы вы в нем жить? Ну, вопрос. Если бы вы описывали 19 век, да, где там была 7-дневная рабочая неделя, не было, в принципе, выходных, и вообще-то люди очень долго там сражались, много людей погибло, чтобы у нас была 5-дневка 8-часовая. Вот. Помните, друзья.
немножко с другой стороны этот вопрос хотел бы взглянуть. В общем, друзья, смотрите, хорошо, что у нас есть разные фокусы. Мы как чего от вас ожидаем, вот, и о чем с вами договариваемся на входе, о том, что вы не ограничиваете, ну, то есть, смотрите, есть тренды, которые будут через 50 лет, ну, они могут быть, могут не быть, потому что 50 лет назад, на самом деле, никто не мог предсказать, во что превратится сегодняшний, вот, наш сегодняшний мир. Ну, единицы, может быть, что-то там единично высказывали, но в целом, и допустим, ситуация... более-менее сумасшедшими. Да, вот. И ситуацию с коронавирусом предвидеть не мог вообще никто, например, да, там, буквально полгода назад. Вот. А жизнь вот она такая. Короче, но мы-то к чему все это, к чему я, вернее, это все? К тому, что если вы хотите, действительно хотите видеть такой мир, то у нас к вам вопросов нет, потому что это, ну, ваша жизнь, ваше будущее. Вот, ну, вы его так видите себе, хорошо. Но если вы себя останавливаете и говорите, ну, это же, ну, как это можно достичь? Ведь непонятно, как это можно достичь. Нам бы хотелось, но мы боимся так мечтать. Не надо бояться мечтать. Вот к чему вас призываю, что вы не знаете, какие возможности откроются для человечества через год, через 5, через 10 лет. И, возможно, то, о чем вы сейчас очень робко мечтаете, будет вполне себе осуществимо. Но если вы сейчас эту мечту не сформулируете, ее не назовете, и вот, ну, о чем вообще наша проектная школа, она о том, чтобы мечту максимально привести в конкретное состояние с тем, чтобы она, во-первых, была... Ее образ был понятен, во-вторых, чтобы этот образ хотелось осуществлять. Вот. И, ну, как, вам как, самим как... прежде всего. Да, да. В общем, короче, не бойтесь мечтать. Мечтайте смелее и записывайте ваши мечты. Это первый тезис, который мы вам говорим. Вот. Потому что, условно говоря, мы еще раз по статистике, да, примерно у половины ребят, которые написали эссе, описан сегодняшний и, наверное, не сам... Притом эти же команды описывают в блоке анализа вот такой распорядок дня и постулируют, что это проблема, это проблема. И при этом через 50 лет хотят, сами же хотят жить в таком же дне. Почему? Ну, у нас вопрос возникает. Не очень понятно. Вот. Может быть, вы неправильно поняли задачу от нас, то есть что под словом концепция вообще подразумевается. Может быть, мы не донесли эту мысль. Вот. Под словом концепция подразумевается эта концепция того мира, который вы создаете силой своей мысли. Это тот мир, который подчиняется вам. И вы в нем можете задать, в общем-то, любые там правила. Вопрос в том, что потом мы будем вам помогать эту систему сделать устойчивой через понимание общих закономерностей того, как живет город, как он устроен, с тем, чтобы вот эта ваша мечта, она была более устойчивой, да, к критике, к вашей собственной, к внешней критике и так далее. Вот. Четверть ребят описали сегодняшние лучшие практики, не побоюсь этого слова, как в Москве. Вот. Москва последних лет действительно, ну... Похорошела, да, за последние... Ну, я просто помню Москву примерно 2005 года, да, и Москва 2000, там, допустим, 15-го, это уже, ну, не то, что два разных города, но очень сильно отличающиеся. Это, кстати говоря, очень важная, ну, не тезис, но как то, что ты говоришь, Паш, потому что, например, я тоже, так я еще профессия архитектор, и старт моей карьеры начался как раз на начале 2000-х, и запрос был абсолютно другой, и все очень сильно изменилось. Запрос был на как раз строительство микрорайонов, никто не обращал внимания на дворы, на среду вокруг, всех волновали квадратные метры, и, ну, знаете, и вся тема насчет фасадов и пропорций, и человекоцентричности считались неэкономичной лирикой. И даже сейчас во многих ваших работах, знаете, там есть, там, вы описываете, что очень важно там наследие, город, бла-бла-бла, но в будущем будут 50-этажные дома. Чего? Почему? Разве это лучше? Точно уверен, что, ну, это лучше. Ну, может, что-то и уверен. Вот. В общем, и, друзья, и только четверть из тех, кто писал это эссе, действительно попробовала помечтать. Вот.
Но мы призываем помечтать все команды без исключения, при том, что, переходя ко второй части уже, вот, обратной связи, смотрите, для чего вот те треки, которые мы с вами проводим, они не случайным образом в программе оказались, вот, я надеюсь, что это заметно. Но все-таки дам пояснение. Значит, у нас был изначально блок анализа. Для чего был блок анализа? Для того, чтобы на блоке анализа, на треке анализа зафиксировать проблемы сегодняшнего города и, вернее, описать сегодняшний город, как он есть фактически, да, а во-вторых, зафиксировать проблемы, которые вы лично в этом устройстве города сегодняшнем ощущаете. Вот. Для чего это делалось? С тем, чтобы потом на блоке создания концепции вы вот проработали эти проблемы и предложили для них, может быть, какие-то решения не в плане того, как прийти от варианта А к варианту Б, но, может быть, как некий целевой вариант, то есть некое идеальное состояние зафиксировали, где этих проблем хотя бы нет. Вот. И вот, знаете, видели тезисы у вас на вот в разделе «Один день жизни поселенца» о том, что жизнь через 50 лет вряд ли сильно изменится. Вот, боюсь, друзья, вот здесь я с вами точно не соглашусь, потому что за последние 50 лет жизнь изменилась очень сильно, а темп изменений нарастает. И я думаю, что через 50 лет мы будем жить в совершенно другом мире. Вот. И вопрос только в каком? И вопрос энергии, какой мечты будет питаться этот мир? Вот. Если он будет питаться энергией мечты не вашей, потому что вы оробели мечтать, то вы будете жить в чужой мечте, которая вам самим может не очень понравиться. Если же это будет энергия вашей мечты, вот сегодня вот в рамках нашей проектной школы, там, в ближайшие месяцы, если вы зарядитесь этой энергией, если вы поймете какие-то принципы и будете менять это в дальнейшем, то, поверьте, рано или поздно, вот, не так много людей мечтает, честно вам скажу. Сейчас, на сегодняшний день, очень много людей думают, ну, не очень далеко вперед. Если вы сегодня начнете этот путь, и то, возможно, лет через 5-10 вы будете гораздо в большей компетенции, в больших силах что-то изменить. А через 20 лет, может быть, принципиальным образом сможете поменять этот мир. Вот. Значит, резюмирую второй тезис. Друзья, вы проработали анализ современного города. Пожалуйста, не забывайте о нем на этапе создания концепции. Вот. При том, что есть даже явные противоречия, вот вы фиксируете какие-то проблемы сегодняшнего дня, и при этом в концепции повторяете ошибки, ровно те же, которые совершают те, кто определяет вашу жизнь сегодня. Почему? Ну, может быть, вы не соотносите, может быть, один человек у вас делает анализ, а второй концепцию, но, наверное, это не совсем правильно. То есть вот этот трек, он почему нами был сделан общим? Именно для того, чтобы вся команда могла увидеть целостность этого процесса от анализа ситуации к синтезу нового решения. Вот. Ну, то есть тут, наверное, я добавлю как бы некоторые комментарии, опять же, по логике вообще выстраивания там этой проектной школы и, на самом деле, любой другой проектной школы, будь она там очная или она будь онлайн, очень важно понимать, что проект, по сути своей, это инструмент изменения реальности. То есть фактически, если вы фиксируете какую-то проблему через анализ ситуации сейчас, то очень важно, чтобы эта проблема в вашем проектном решении, то есть в вашем поселении, в вашей концепции, была каким-то образом преодолена. То есть если вы, условно говоря, понимаете сейчас, что современные города и современные поселения, они устроены таким образом, что, например, не помогают человеку в его стремлении стать более экологичным или в его стремлении снизить вообще экологический след, да, от своей деятельности, то в грядущем вам важно заложить в концепцию вашего поселения, чтобы любой человек, который там живет, мог бы
а вести экологичный образ жизни как бы на радость себе, миру и там окружающей действительности, по большому счету, да, то есть вот важно, что мы проблемы фиксируем для того, чтобы их в грядущем некоторым образом разрешать в проектные решения, и эти проектные решения уже укладывать в понимание того, как устроен мир, как устроен ваш город, как устроено ваше поселение. А у меня все. А я, Саша, полностью разделяю твои слова. Да. Я, с вашего позволения, продолжу третий тезис. Смотрите, друзья, мы выдвинули в начале проектной школы гипотезу о том, что 60-секундный ролик – это удобный формат для того, чтобы снимать у вас какие-то результаты. И, в общем-то, нам всем очень удобно было смотреть эти ролики. Вот. Но во многих роликах мы слышим, что а подробности у нас на доске. Друзья, ну, собственно, для чего мы просили вас создавать ролики? Для того, чтобы вот уменьшить нагрузку на экспертов и основную информацию, ее какую-то выжимку, квинтэссенцию выдавать вот в этом минутном видео. Отнеситесь, пожалуйста, попытайтесь встать на место эксперта, который смотрит ваши отчетные видео, и понять, что ему важно, какую искру мысли вашей команды ему важно заметить в вашем ролике. И вот все эти искры, все оригинальные, на ваш взгляд, решения обязательно закладывайте в ролик. Вот. Доска – это уже второй шаг. Не всегда будет возможность у экспертов. Вот. Просто у нас, как людей, которые непосредственно имеют отношение к запуску школы, да, ну, мы постараемся выделить это время. Но не у каждого эксперта это время найдется. Поэтому просьба, пожалуйста, видео максимум ваших оригинальных мыслей заряжайте. Ну, то есть, по сути, мы столкнулись с тем, что огромное количество роликов, которые мы посмотрели, они происходят в логике. Мы делали это и делали это, посмотрите результаты на доске. Так вот, у ролика смысл и функция совершенно другая. То есть вы должны в ходе этого ролика рассказать всю сутевую часть, не то, что вы делали, а то, что у вас на самом деле получилось. То есть наше поселение такое, оно будет основано на таких-то принципах, там будет, значит, происходить такого-то типа деятельности и так далее. То есть нам через то, как выстроено ваше содержание ролика, будет уже проще прицельно идти к вам в доску в Миро и смотреть те куски, которые кажутся нам там условно сомнительными или наоборот очень интересными. То есть как бы ролик должен быть для нас таким тизером того, на что нам прицельно надо обращать внимание в вашей работе дальше. Или, собственно, и как вообще, ну вот какие там части вашей деятельности имеет смысл сейчас корректировать с экспертной позиции, а с какими частями у вас там типа все отлично, все классно, и там и ничего там смотреть больше не надо. Да. Мы еще поняли, что у вас очень часто путаются. Мы не давали вам понятия левого и правого движения, да, ну, то есть, и, наверное, мы попробуем это, про это как-то поговорить, может быть, уже в блоке урбанистики, тоже часть социологии затронем, потому что у вас очень, очень часто есть запрос на, прям был в нескольких местах, да, вообще у кого-то было в работе левая революция, когда леваки берут власть, но решайте вы это все какими-то централизованными как раз то, что называется, правыми силами и действиями. Вот. Но еще лично я прошу вас всегда держать фокус человека, гуманизм. Да? Я немножко продолжу вот эту мысль. Друзья, смотрите. Методология концептуального дизайна, которую мы заложили в основание школы, да, что она предполагает? Она предполагает создание образа будущего,
сначала на уровне концепции, выраженной словами, а затем упаковка вот этой концепции и ее, скажем так, шлифовка уже в, с одной стороны в некой сюжетной конве, да, то есть что позволяет сделать сюжет? Он позволяет упаковать ценности, которые вы аналитическим методом вытащили из вашего вот видения будущего, в некие сюжетные ситуации, которые транслируют эти ценности. С другой стороны, они позволяют показать, какой будет жизнь на самом деле. Потому что жизнь на плакате – это одна история. А другое дело, когда вы живого человека вот в этот мир свой выдуманный сажаете, и он по этому миру у вас начинает ходить, он начинает его чувствовать. И вы через него чувствуете этот свой мир и понимаете, в чем ваши мысли были верны, в чем они, может быть, были чересчур абстрактны, вот, и требуют какой-то доработки с точки зрения вот того, как жить в этом городе вообще. Нормально ли это? Вот. А в дальнейшем вот этот вот сюжет, с одной стороны, с другой стороны, дизайн, сторона этого вопроса, то есть эстетические и функциональные решения города, они сходятся вместе, и через это создается как раз вот то, о чем мы говорили в плане результатов, либо визуальная новелла, либо короткий видеоролик, условно говоря, короткометражный мультфильм или там, может, фильм сказать, не знаю. Вот. Посмотрев который, сразу становится понятно, что это за город, что за люди в нем живут. И что бы нам не хотелось? Нам бы не хотелось тратить ваше время на то, чтобы вы просто сегодняшний день перевели в формат 3D, и сняли про это, ну, условно говоря, документалку, которую и так мы видим каждый день за окном. Вот. Поэтому масштаб человека, он очень важен. Постарайтесь представить себя сначала в вашем городе, потом вам предстоит придумывать героя, который в вашем городе будет жить. Вам предстоит придумать то, чем он занимается каждый день, какие у него есть проблемы, какие у него есть мечты, какие у него есть стремления. Вот. Это все невозможно через вот такие вот абстракции и какие-то общие слова за все хорошее против всего плохого. Если вы транслируете какие-то ценности, если их формулируете, то каждая ценность, она что-то значит, да, не просто потому, что вы привыкли считать, что это хорошо, вот, там, такая ценность, как семья, например, да, там, она имела... Да, она имела один, допустим, если вы возьмете ценности, важно ведь не только количество и название этих ценностей, но важно то, в каком порядке они у вас расположены, потому что если вы, допустим, возьмете там такую ценность, как семья, да, и такую ценность, как любовь к родине, вот, и на примере всем известной школьной программы романа «Тарас Бульба» вы увидите, что конкретно в этом романе ценность любви к родине поставлена выше, чем ценность семья. Вот. И это тот пример того, как с помощью сюжета вот эта вот иерархия ценностей располагается. Вам предстоит сделать в обратную сторону процесс. Вот. Но, возможно, он сам для вас многие вещи поставит на свои места. То есть вы изначально скажете, нам важен, например, там, достаток, традиции и гармония. Да? А там, герой вашей мечты скажет, а мне важен прогресс, самореализация и, не знаю, мир во всем мире. Вот. Эти вещи иногда бывают взаимоисключающими, и они имеют свой порядок. Поэтому еще раз, пожалуйста, взгляните на свою матрицу ценностей после того, как вы напишете эссе «Один день из жизни поселенца». Вот. И это поможет вам, я не побоюсь этого слова, да, работать от сердца, да, а не от головы. Потому что в голове у вас очень много сейчас стереотипов, которые вы получили от старших товарищей, от родителей, из школы, из новостей и так далее. Вот. Как вы хотите,
эти ценности не факт, что отображают. Поэтому придумайте себе идеальный день, начните с него. Просто вот отпустите все ограничения. Напишите «идеальный день в городе мечты». Поверьте, ваша картина ценностей изменится. И с этим мы уже пойдем дальше. Мы без... у нас впереди, вот уже буквально завтра, мы начинаем трек, связанный со сторителлингом. Это то, что касается сочинения историй, сюжетов, выстраивания конфликта внутри сюжета, как непременная часть поддержания интереса. Это написание сценариев, нарисовка раскадровок. Вот. Без ценностей будет сложно. Вот. И эти ценности должны быть те, которые вы действительно разделяете, потому что вы не сможете допинать этот сценарий, простите за грубое слово, в общем, без того, чтобы вы эти ценности реально сами чувствовали и верили. И когда вы пишете ценности, друзья, ну, всегда вы думаете, что вы туда вкладываете, потому что, как уже сказал Паша, когда вы пишете ценность «семья», вы понимаете, как поменялась структура семьи, что мы живем сейчас в период, что это серийной моногамии. И выходим из нуклеарной семьи, а 50 лет назад была еще у нас, в принципе, такое, ну, не общинное, но как раз переход. Ну, вообще, что второй демографический переход сильно повлиял на, тоже на наше общество, и он случился во многих регионах нашей страны, он до сих пор, или в некоторых странах, ну, до сих пор он совершается, например, в Дагестане. Так что, когда вы пишете что-то, да, когда вы пишете просто ценность этой экологии, что вы подразумеваете под словом «экология». Ну, то есть, чтобы, как сказал Паша, не звучало «мы за все хорошее против всего плохого». Пожалуйста, побольше вашего субъективного. Нам ценно ваше субъективное. Мы не оцениваем вас по тому, насколько вы совпадаете там с нашей внутренней повесткой, там, насколько вы там соблюдаете память предков или не соблюдаете, вы можете сказать, что нет, друзья, у нас, конечно, есть это наследие, но нам оно безразлично, как папаша. Мы считаем, дома должны быть 10-этажные. Пожалуйста, просто обоснуйте это немного. Вот и все. И отразите это в ценности. Ну и да, мы как... мы никого не осуждаем в любом случае. Да. Если вы мечтаете каким-то образом, и ваша... ну, у вас неординарный способ мысли. Возможно, там вообще на сегодняшний день совершенно нестандартный, неприемлемый обществом. Но если это ваши мысли, то мы их примем в любом случае. Поэтому тоже это этого не надо бояться. Ну, действительно, тут, мне кажется, суперважным является момент, где вы должны внутри себя по-настоящему разобраться, что из того, что вы сейчас придумываете и проектируете, по-настоящему имеет отношение к вашей мечте. А что, как бы, из того, что вы сейчас записываете на доску в Миро, в графу ценностей и так далее, является каким-то, ну, вот, наслоением вот этого каждодневного быта? Вот эти вещи, на самом деле, очень важно внутри себя разделять и рефлексировать каждый раз, задавая себе вопрос, а я правда так хочу? А я правда хочу, чтобы было именно так? Или, как бы, я на самом деле хочу по-другому, но я так делаю изо дня в день, потому что так делают, не знаю, все вокруг, так делали там мои родители, так делали их родители, ну и так далее. Вот эти вещи в своей голове, мне кажется, в принципе, вне, там, внутри школы и вне школы очень важно на самом деле различать. А поскольку наша школа, как бы, на самом деле принципиально про расширение границ, ну, когда ты расширяешь границы вовне, да, ты на самом деле углубляешься очень сильно в себя. То есть чем больше ты познаешь мир, тем больше на самом деле ты познаешь себя изнутри, потому что ты как можно к большему количеству разных явлений можешь пытаться формулировать свое отношение. Вот. Как следствие, я вот призываю вас в этих вещах тоже очень-очень детально разобраться. Может быть, на самом деле, там, экология — это вообще не про вас, и не про вашу команду. Может быть, в вашем поселении эта повестка вообще на самом деле не встанет, потому что, ну вот, так иногда бывает, бывают люди, которых не волнует экология. Не волнуют, там, я не знаю, пакетики пластиковые в Мировом океане. Ну, всякое может быть. Вот, и я тут поддерживаю в этом смысле, что, как бы, это никоим образом не стыдно, это скорее повод к разговору. Ну, то есть, как бы, это все какие-то темы, которые мы можем дальше вместе обсуждать, там, я не знаю, какими еще там. Ну, вот это вот все. То есть, попытайтесь внутри себя на самом деле понять, что из того, что вы проектируете, правда исходит из вас, а что является, ну, какой-то там... какой-то шелухой и пеной дней. Вот так.
Да, то есть тут нет правильно то, что ваше субъективное. То есть... Ну, я, в общем, на самом деле, мне кажется, сказал уже все, что хотел на сегодня. Вот. Не знаю, как у вас, ребят, вот, если что добавить, можно... Ну, можно резюмировать, можно не резюмировать, не знаю. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, и вы, или вам надо какие-то уточнения, или вам хочется что-то еще узнать, вы можете обратиться через ваших кураторов, и мы там дадим, наверное, больше информации или про что-нибудь расскажем. Также вы можете дать запрос, да, мы можем там дополнительно, например, сделать там какой-то микро-вебинар или микро-встречи, ну, чтобы тоже не загружать вас на полтора часа какой-то информации, а там в режиме блиц просто к этому чуть-чуть подготовиться. Так что думайте, пишите нам, давайте какую-то обратную связь тоже. Ну да, соответственно, поскольку у нас формат достаточно экспериментальный, мы сами еще пока не знаем, как, ну, как что делать правильно, где хватает каких-то организационных форм для обратной связи, где их не хватает. То есть мы все находимся в таком... Прости. Пространстве общего проектирования школы, поэтому если у вас есть какие-то... Что? Оля? В растерянности, да. Мы в таком в шизоидном пространстве черных голов. И даже сейчас, говоря с вами и не видя вас лично, не видя ваших глаз, нам достаточно сложно. Да, это чистая правда. Вот. Так что в этом смысле можно пробовать вступать с нами в коммуникацию практически по любому поводу. Вот. Главное не бояться этого. И мы в этом смысле очень отзывчивы, на самом деле, товарищи нам. Все передают, и мы вот на что можем как бы ответить стремительно, на то отвечаем прямо стремительно. Вот. Нас впереди еще, на самом деле, ждет сборка индивидуальной обратной связи по каждой доске. Вот. Я надеюсь, что мы как-то управимся с этой задачей в ближайшие пару дней, как я и обещал вам на еженедельном брифе. А, ну что, наверное, можно еще здесь сказать? Можно сказать, что поскольку никакие на самом деле позиции у нас сейчас внутри досок не приколочены, это значит, что вообще-то не поздно переделать. Ну, в смысле, как бы если вдруг наши слова как-то сейчас отозвались в вашей команде, то совершенно нет никакой беды взять и что-то переписать, что-то, ну, там, перебить, там, встретиться, еще раз что-то обсудить. То есть это как бы те вещи, которые... Ну, с одной стороны, ложатся в основание вашего дальнейшего проектирования, с другой стороны, с очевидностью они будут, ну, подвергаться какой-то трансформации. Так что это совершенно точно не стыдно. Можно это заново переобсудить, можно это заново как бы пережить, переосмыслить. То есть как бы не бойтесь этого. Там, работайте с этим заново, там, переделывайте, переписывайте. Там, по счастью, мы все не хирурги, люди у нас на столах. Там от наших ошибок сейчас пока, ну, еще не умирают. Такое оптимистичное у меня получилось сравнение, метафора. Да. Слушайте, ну, сердца наши бьются в унисон. Ну что, есть ли у нас еще какие-то, уважаемые мои друзья, коллеги, комментарии про то, что можно было бы сказать в таком общем поле? Ну, я еще про общее поле, чисто про формальные сейчас вещи. Угу. Значит, видео, друзья, оно 1 минута должно быть. 1 минута 60 секунд. Мы вот принципиально не будем смотреть после 60 секунды. Вот, если вы запишете видео на 5 минут, то мы будем смотреть только первую минуту. Обратите на это внимание. Вот. Ну, это как бы, во-вторых, что хочу сказать? С одной стороны, сейчас в основном шишки получили те, кто хоть что-то делали. Вот. Потому что те, кто не сделали ничего, не получили никаких шишек. Вот. Но жизнь так устроена. Вот. Я верю в то, что и плюшки, собственно, получат только те, что кто-то что-то делал. Вот. Хоть что-то делать нас очень радует. Да. Всегда очень приятно смотреть ваши доски, ковыряться в них и находить какие-то удивительные вещи.
они попадают. Ну, вообще, да, чистая правда, что мы с огромным любопытством изучаем ваши работы, мы встречаемся, открываем разные доски, смотрим разные элементы этих досок, как-то между собой это комментируем, где-то смеемся, где-то хватаемся за голову, где-то восхищаемся. Вот, оно, это все внутри нас абсолютно точно вызывает собой живой отклик. Вот, а грустим мы только от пустых пустогравок и пустых незаполненных шаблонов. Вот это то, от чего мы точно грустим. От всего остального мы испытываем другие спектры эмоций. Вот. Ну, я думаю, что на этой прекрасной душевной ноте надо остановиться, пожелать успехов нашим юным друзьям. Приятно было посмотреть в пустоту, зная, как это, в черную пустоту, надеясь на то, что будут слушать юные уши. Да, в общем, друзья, круто, короче, что с таким рвением мы двигаемся по содержанию нашей школы, что есть на самом деле много работающих команд. Видно там и даже по вашим роликам, которые некоторые сняты вообще прямо с изысками, с какими-то эффектами, кто-то... ну, прям видно, что вы серьезно подходите на самом деле к тому, что мы с вами тут все вместе задумали. И это, конечно, тоже очень греет душу. Всегда приятно видеть работу, которая сделана, ну, сделана с да, осознанием важности происходящего, в которую вложен реальный труд, реальные какие-то мысли, настоящее вдохновение. Это очень круто. Это всегда заряжает, мне кажется, всех. Я думаю, что на самом деле, если уважаемые наши коллеги, так сказать, из команд разработки не против, я думаю, что мы в течение недели сможем опубликовать ролики, ну, чтобы вы могли посмотреть, у кого что на самом деле происходит, у кого что получается, потому что там совершенно невероятный спектр разных поселений. Мы увидели, есть, значит, поселение вахтового метода, ну, для рабочих вахтового метода, которые добывают воду в Арктике, а есть, значит, совершенно безумное поселение для тренировки будущих барсонавтов, вот, которое будет находиться в Калмыкии, вот, а есть, значит, там какие-то еще были совершенно безумные истории. В общем, много всего интересного, мне кажется, будет круто. Безумные истории нам нравятся. Да, если вы сможете в какой-то момент ознакомиться с тем, как двигаются ваши коллеги, поэтому я за открытость в этом смысле. И, наверное, да, мы составим какой-то плейлист, чтобы все могли посмотреть, что делают товарищи. Поскольку у нас совершенно неконкурентная логика внутри школы, тут, мне кажется, можно было бы, да, как-то и переопылиться. Да. Согласен с вами, коллега. В общем, я предлагаю завершать. Пока. Все, друзья, хороших, хороших вам дней. Вот, встретимся с вами завтра. Будем разбираться в литературе, драматургии, сторитейлинге. Очень классные эксперты. Я сегодня опоздал ровно, кстати, потому что проговаривал мастер-класс с одним из завтрашних экспертов. Будет, думаю, прекрасно. Будем обсуждать Гарри Поттера. Вот, и почему, как это, почему чем старше человек становится, тем младше становится его внутренний ребенок. Ну, на этой оптимистичной ноте точно надо заканчивать. Я нажимаю кнопку «Выходить». Пока. Все, пока. Пока.